Сегодня я зашел в Майнкрафт, ко мне на сервер присоединился друг. О, привет! И мы с ним поспорили. Я за то, что Кисси-Мисси победит куклу из игры в кальмара. А он мне говорит, неа, это неправда. Так вот решим сегодня, кто же победит, Кисси-Мисси или все-таки кукла из игры в кальмара. Это будет интересно, погнали. Ладно, 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 ладно. Твой лаки-блок лучший. О, Лёнь, а ты так быстро проиграл? Из списка худших. Вот это поворот! Ты чё, бля, ты не офигел или как? Только мне из моего якобы худшего лаки-блока выпадут хорошие вещи, я тебе дам под задницу, Лёня. Оу май. Как вы уже догадались, проверять мы будем именно в лаки-блоках. Вы посмотрите, ну Кисси-Мисси, она такая милашка, она никого не трогает. А это кукла-убийца, она уже всегда стала, я считаю. Напишите в комментариях. Уф, яблочко слопал. Ничего себе, это яблочко слопал. Офигеть, у тебя там яблочко было, оно еще и эффекты тебе дало. Напишите в комментариях прямо сейчас, за какой лаки-блок вы болеете. Вот зачем я поставил сюда камень? Да, я буду ломать его руками, и что вы мне сделаете? Я же доломал. Давайте, ребята, в комментариях прямо сейчас пишите, что вы болеете за Кисси-Мисси. Но она реально должна победить сегодня. О, мне уже выпали стрелы. О, повезло, повезло. Также мне выпало 4 лаки-блока Егорика. Чу. Окей, давайте мы сломаем их по аккуратности. Ой, Лень, откуда? Ты меня как это до сюда докинул-то? Ты, конечно, благодарю тебя за броню. Не надо в меня стрелять, зараза, ты такая. Я вижу, что у тебя очень классный лук с твоей куклы-убийцы. Да, конечно, потому что твоя кукла-убийца ей лишь бы убивать. А вот у меня Кисси-Мисси добрая, понимаешь, Леня? Поэтому я выиграю сегодня. Так, ну... Ты зараза такой. Живи! Владус 09 взорвался. Я пока добрый. Я ничего не сделал, ты сам. Леня, я все видел, что это ты сделал, зараза такая. Я, значит, строил себе платформу. Из камней. У меня просто уже нет слов на эту задницу шоколадную. Успокойся. Напишите в комментариях, чтобы Леня успокоился. И если он не успокоится, я его нафиг в следующем ролике выгоню. Леня, меч. Вот иди отсюда. Давай, 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 давай. Все, ребята, договорились с вами. Если Леня не успокаивается, ему в следующем ролике хана. Я вижу твои ракетницы. Я понимаю, что они очень классные. Но не нужно их на мне тестировать. Мне выпали уже какие-то крутые ботинки. О, смотрите, какой эффект они мне дали. Видали? Теперь я могу Ленину платформу полностью ломать. Даже смогу его вот так вот лаки-блок разломать. Леня, даже не думай. Даже не думай, зараза. Все, я могу тебе мстить. Теперь ты зараза такая. Так, ну все, чуваки, у меня, в принципе, достаточно эффекта, чтобы бить Леню. Окей, ты первый начал войну, козявка. Я тебе сейчас дам, козявка. Ника, не трогай меня, Леня. Если ты меня затронешь еще раз, я буду убивать тебя каждую секунду, Леонид Андреевич, с твоей куклоубийцей. Кто говорил, что она крутая? Ты говорил, да? Да вот нифига не крутая. Ну, ладно, может быть и чуть-чуть крутая. Да, у тебя классная бронька. И, кстати, ты теперь сам похож на куклу. А теперь не похож. Смотрите, какая фигня мне выпала. Это что такое? Какие-то странные, обычные вещи. Мне нужно реально что-то классное. Например, вот такие труселя. Но они мне ничего особо не дали. Но мы с вами зато... Можем допрыгнуть до Лени. Почти, почти. Еще немножко и смогли бы. Допрыгнул, блин. Ору. Извини. Вот так вот, Леня. Не надо в меня стрелять. Ты, пожалуйста, убери ты свой лук. О, смотри, какой мне меч выпал, Леня. И если ты будешь рыпаться, я тебе этим мечом а-та-та сделаю. Так что, Леня, давай-ка. Ребята, поставьте лайк, если вы болеете за мой лаки-блок. Давайте прямо сейчас, не поленитесь. Опа. Смотрите, что мне выпало. Да, это жестко. Можно меч, пожалуйста, тестну? Да отстань ты со своим мечом, зараза. Я сейчас буду на тебе все мечи тестировать. Все, пишем в комментариях, что мы Леню выгоняем в следующем ролике. Он достал. Мы с вами сейчас сломаем вот эти лаки-блоки хаги-ваги. Посмотрим, что выпадет из них. Ну да, пока не густо, пока не густо. Что-то какая-то вот фигня. Изумруды там только. О, сундук вилладжера. Ну-ка, давайте посмотрим. Там фигня какая-то. О, Леня, а можно я меч тресну, а? Ты! Че я-то? А, я хочу еще раз тестнуть, Лень. Ты же не против? Лучший, бро, лучший, лучший, лучший. Ты просто... обожаю тебя. Ну да, это были последние слова Лени. Леонид Андреевич выпал из мира. Давай, Кисси-Мисси, дай мне хорошие вещи, чтобы я Лене показал, кто здесь главный. Потому что он меня немножко даст... Вы посмотрите на него, задница какая. Сейчас я к нему телепортнусь. Ты, зараза! Сейчас я возражу, сейчас я телепортнусь. Ты, Леня, ну-ка пошел отсюда быстро! Я тебя сейчас буду убивать, я тебе сказал. Иди с моей платформы. Здесь я ломаю свои лаки-блоки Кисси-Мисси. И отдай мне блоки, которые выпали. Вот, другое дело. Ты мне один только отдал, Леня!
Ты чё? Ты зараза, ты чё на моих блоках куда-то идешь? Ты стоямба, Лёня, алё, нормально все у тебя? Тихо, все, я понял, Лёня, понял, не надо меня скидывать вниз, понятно тебе? Я понимаю, что у тебя там крутые вещи выпали, но подожди немножко, сейчас у меня такие выпадут. О, уже нагрудник, смотрите, хороший, теперь я уже бессмертный буду. Ничего себе, сколько алмазов. Лёня, слушай, мне тут алмазы выпали, но тебе их не дам, понял? Нафиг они мне нужны-то? У меня уже... Что у тебя уже? Вот сколько лайков есть. Ого, Лёнь, нифига себе, это большая цифра. А это на каком ролике? На прошлом, что ли? Но я хочу в два раза больше. В два раза больше лайков, чем здесь, чем на этом скриншоте. Лёнь, это слишком, ты зажрался. Да, это на прошлом. В два раза больше только хочу на этом. Но если ребята смогут это сделать, я не уверен. Чуваки, вы, конечно, постарайтесь лайкос поставить, но не уверен, что мы наберем такое количество классных лайков. Слушай, Лёнь, иди вот на свою платформу. Да. Я сейчас... Ой! Прости, Лёнь! Я не знал, что все так выйдет! Я случайно... Сломал все. Вообще все. Ну, то есть, вообще все. Вот абсолютно все. Молодец, чё? Да я знаю, Лёня, у меня осталось пол сердечка, чуваки, половина, вы понимаете, насколько все плохо? Капец, наконец-то мне выпало много блоков, сейчас мы сделаем платформу. Ну, примерно такую, я думаю, ее будет достаточно. Мы сейчас с вами... О, мне выпали еще такие ботинки, слушайте, ну их я приберегу, Лёня. А ты не офигел ли? А ну-ка, иди к своей платформе, ты зараза шоколадная, ничего себе, просто пришел, даже ничего не спросил. Все, Лёня, аккуратно ломаем наши лэки-блоки, я же тебе говорил, что Кисси-Мисси реально лучше, Лёнь. Да, ага, лучше. Лёня, а чё? Я тут даже спорить, значит, не собираюсь. Это и так понятно. Это только по твоему мнению она лучше, а по мнению остальных, мой лаки-блок лучше. Таково, Лёнь, эта кукла-убийца вообще тебе ничего не дала, кроме вот этой отстойной брони. Ребят, я же вам говорю, давайте в комментах прямо сейчас определимся уже раз и навсегда, чей лаки-блок лучше. А как же мой отстойный лук? Так, не надо меня бить твоим отстойным луком. Он все равно отстойный и меня не убьет. Так что, Лёня, вот не надо. У меня, правда, пол ХП, поэтому не стоит проверять. Проверим? Не надо, я же говорю, пол ХП у меня, Лёня. Проверять я ничего не хочу. О, корова, спасибо. Спасибо большое. Да на здоровье. Я сейчас поем немножко говяжки. Все, говяжку мы поели. Начнем восстанавливаться, потому что я уже запарился играть, когда у меня пол ХП. Это невозможно. Это очень страшно. Лёнь, слушай, мы уже сделали огроменную платформу, на которой мы развиваемся, понимаешь? А еще я могу делать вот так вот. Вот настолько я могу доставать, понимаете? Хочешь фокус? Не хочу, Лёня, фокус. Ты... Зараза такая, Лёня, ты фокусник, блин. Я тебе сейчас как дам фокус, больше не надо таких фокусов, пожалуйста. Ой, прости, Лёнь. Извини, да, не хотел, это ты сам уже. Все, мы с вами расширяемся. У нас... Да как так-то? Отлично! Согласен, Лёня. Строили, и все коту под хвост. Это печально. Ну как же так-то? Давайте мы с вами сделаем верстак. Я думаю, вы знаете, те, кто подписан давно на мой канал, знают, для чего я делаю верстак в этих сериях. Смотрите, мы сейчас с помощью этого верстака сделаем нам броньку, причем очень-очень классную, хорошую. А еще у нас даже гемов осталось на меч. Но такое у нас уже есть, и у него урон. Нифига себе. Стой! Ты чё? Ты мне сломала верстак, Лёня. Берегись, я в тебя сейчас стрельну из этой ракетницы. Чё? Я строю платформу. А кто мне тогда разломал верстак, скажи-ка, пожалуйста. Все, я тебя понял, не надо меня колошматить, пожалуйста, не надо. У тебя все равно это не получится сделать, это я тебе обещаю, Лёня. У меня настолько уже шикарная броня, настолько Кисси-Мисси удачный лаки-блок оказался. Спокойно. Что меня просто больше не пробить, понимаете? О, а что если мы сейчас сделаем еще один верстак? Так, да. Но чтобы Лёня его не сломал, мы заберемся подальше. И с помощью этого верстака мы с вами сделаем... Зараза, ломает же. Так, а ну-ка, отставить! Я все видел. Ой, как с этим Лёней бороться? Как вот с ним снимать ролики? Скажите, молчать! Вы видели что-то там? Нет. Никто ничего не видел, Лёня. О, смотри, Лёня, чего? Я это запечатлил, чуваки, я это заснял. Я заснял! Погодите, это что, маска Дональда Трампа? Серьезно? Серьезно? Смотрите. Ультиматум Дональд Трамп маска. Это Леню я вообще, наверное, с одного удара буду... Теперь валить, ну-ка иди-ка сюда. Спокойно, Леня, не надо. Ты меня, кажется, вообще теперь никогда в жизни не убьешь. Даже если я сейчас... Воу, сколько здесь стаков лаки-блоков выпало только что. Это что вообще было? Это слишком. Ладно, у меня лаки-блоков не осталось. Давайте мы этой задницы шоколадной докажем, что Кисси-Мисси все-таки лаки-блок-то лучше был. Так что, Леня, готовься?
С одного удара. С одного удара! И знаете, в чем прикол? Я сейчас, если упаду в самый-самый низ, я буду бесконечно падать и пытаться подохнуть, но это не получится. Вы понимаете, насколько моя броня стала шикарной? Я уже на высоте минус 600 блоков. Ребята, подпишитесь прямо сейчас на канал, чтобы не пропустить новые серии. Стоп, битва! Стоп! Битва! Лёнь, да какой битва? Чё с тобой драться-то? Я ж тебе выиграл уже. Подпишитесь прямо сейчас. Нажмите на кнопку, посмотрите другие видяхи. Пока.